Сіздерге биылғы жылдың басында іске қосылған парниктік газдар шығарындыларына квоталарды сатудың ұлттық жүйесінің аралық нәтижелері мен халықаралық міндеттемелеріміз бойынша біздің ұстаным туралы ақпарат ұсынамын. Қазіргі кезде квоталарды сатудың ішкі нарығын құрудың негізгі ережелері бекітілді. Шығарындылар бойынша белгіленген лимитті артырғаны үшін көміртегінің қос тотығын әрбір тоннасы үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлемі белгіленді. Ұлттық жоспарға сәйкес, биыл 178 кәсіпорынға жалпы көлемі 147 миллион тоннаны құрайтын шығарындыларға квота бөлінді. Бұлар негізген энергетика, көмір, мұнай және газ өндіру және өнеркәсіп салаларының кәсіпорындары. Сонымен қатар 2013 жылға қарастырылған шығарындылар резерві 20 миллион тоннаны құрайды. Жүйенің өткен 5 айдағы қызметі барысында біз шешімін табуды қажет ететін бірқатар мәселеге тап болдық. Бұл қолданыстағы заңнама ақаулары, бірқатар үкімет қаулылары мен министрлік бұйрықтары пысықтауды, түзетулер енгізуді, түсініктер беруді талап етеді. Ұлттық жоспарда белгіленген СО2 шығарындыларының 70% мемлекеттік, яғни Самұрық-Қазына кәсіпорындарының еншісінде. Біз мемлекеттік жауапкершілік аясында корпоративтік тәжірибенің ең үздік стандарттарын көрсетіп, жеке секторға үлгі болуымыз керек. Осы жұмысты биыл бастап, 2004 жылы аяқтау қажет. Айтылған мәселелерді теориялық негізде болжамдау өте күрделі. Cap and trade ішкі жүйесінің құрудың әлемде мінсіз үлгілері жоқ. Арқасында да өз кемшіліктері бар. Темде кеңістегінде біз осындай жүйені бірінші болып ендіріп отырмыз. Оны тек тәжірибелік қолдану барысында ғана жетілдіруіміз мүмкін. Уважаемый Серик Нигметович, уважаемые коллеги, разрешите мне сегодня представить на ваше рассмотрение промежуточные итоги, запущенные с 1 января 2013 года национальной системы ограничений торговли Cap and Trade квотами на выбросы парниковых газов, а также казахстанской позиции по международным обязательствам. С января текущего года в Казахстане стартовала внутренняя система ограничения и торговли квотами на выбросы парниковых газов, так называемая Cap and Trade. Данная система является одной из действенных мер, предпринимаемых многими странами в целях сокращения выбросов парниковых газов, таким образом влияя на процессы изменения климата. Среди таких стран находится и Казахстан. На сегодняшний день, можно сказать, сформирована нормативная база, устанавливающая основные правила создания внутреннего рынка. В реализацию закона, принятого 3 октября 2011 года, в 2012 году были приняты 17 постановлений правительства и 13 приказов министерства. В части выплаты штрафов за превышение установленного лимита по выбросам парниковых газов действует норма административного кодекса в размере 10 МРП за каждую тонну диоксида углерода. Национальный план распределения квот на выбросы на 2013 год – это основной документ, в котором представлен перечень компаний и квотируемый объем выбросов парниковых газов. Согласно данному документу, в этом году выделены квоты 178 предприятиям с общим объемом 147 миллионов тонн двуоксида углерода. Основными квотируемыми секторами являются в первую очередь энергетика, производство электроэнергии и тепла. На их долю приходится более 50% выбросов от общего уровня квотирования. Далее добыча угля, нефти и газа и промышленность. Кроме того, для установок, которые начнут свою деятельность в отчетном периоде, предусмотрен резерв, рассчитываемый из роста ВВП на будущие периоды. Так, на 2013 год резерв составил 20 миллионов тонн двуоксида углерода. Основными элементами системы торговли выбросами являются мониторинг, отчетность и верификация, выполнение которых должно осуществляться компаниями самостоятельно при соблюдении соответствующих методических указаний министерства. Полнота, последовательность, прозрачность и точность – основные принципы успешного функционирования рынка. Верификация – это подтверждение представленных отчетов третьими сторонами, то есть независимыми компаниями. Министерство ведет аккредитацию таких организаций в соответствии с установленными правительственными правилами.
За прошедшие 5 месяцев при практической реализации министерство столкнулось с рядом проблем, требующих решений. Сегодня мы видим, что у нас есть проблемы в текущем законодательстве. Ряд постановлений правительства и приказов министерства требуют доработки, внесения корректировок и разъяснений. В частности, требуют доработки вопросы, связанные с обеспечением качества данных мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов природопользователей, контроля над работой независимых аккредитованных организаций, полного учета и включения в систему всех участников системы квартирования, определения ответственности природопользователей и независимых аккредитованных организаций по предоставлению недостоверной информации. Необходимо предусмотреть механизмы дополнительного выделения квот добросовестным участникам системы квотирования, обеспечить формирование последующего национального плана распределения квот на основе как исторического подхода, так и лучшей международной практики. Расчет выбросов СО2 очень простой. Масса сожженного углерода умножается на 44 и делится на 12. Вся сложность в точном подсчете сожженного углерода. И здесь начинаются проблемы. Например, есть проблемы по учету топлива на предприятиях, нет точных данных по количеству добываемого попутного нефтяного газа, производимого нефтезаводского, коксового и металлургических газов, также по их компонентному составу. Нет точных данных о содержании углерода и водорода в угле, и сбор таких данных не предусмотрен действующим законодательством. А ведь только сжигание этих двух химических элементов обеспечивает выделение необходимой энергии, как можно их не считать? Эти регламенты вне компетенции нашего министерства. Я прошу профильное министерство и ведомство подключиться к этой работе. С начала года мы уже внесли 2 поправки в действующие постановления. В основном они касались перенесения сроков на более поздние периоды. Компании не успевали подготовить документацию и провести верификацию, в связи с чем мы предоставили дополнительный срок. 2-я поправка касается случаев, при которых возможно изменение установленного объема квот на основе объективных факторов, характеризующих изменение характера и функционирования деятельности, например, по Жамбылской ГРЭС, переход от резервного на базовые режимы работы. Постановление находится на согласовании. 70% выбросов СО2, указанных в национальном плане, это выбросы предприятий квазигосударственного сектора, то есть предприятия ООО «Самрык-Казана». Мы должны в зоне государственной ответственности показать лучшие стандарты корпоративной практики, дать положительные сигналы частному сектору. Необходимо заниматься внедрением систем корпоративного управления выбросами парниковых газов. Основой является мониторинг и учет. Эту работу нужно начать в текущем году и завершить в 2014. Все вышеуказанные вопросы крайне сложно спрогнозировать на уровне теоретической работы. Мы проводим анализ практики, параллельно выявляя несоответствия и пробелы. Нужно отметить, что построение внутренней системы Cap and Trade для каждой страны имеет сугубо локальные особенности. В мире пока нет идеальных примеров, во всех системах есть свои недостатки. На всем пространстве СНГ Казахстан первый внедряет такую систему, ее совершенствование возможно только при практическом применении. Что касается национального плана 2-го периода, нами предлагается взять 2014-2015 годы и установить базовую линию по среднему значению за предыдущие 3 года. В соответствии с экологическим кодексом. При этом только данные за 2012 год будут верифицированы. Также нужно предусмотреть дополнительные квоты для так называемого технического пересчета в целях стимулирования более точного и качественного учета парниковых газов на предприятиях. Мы сейчас проводим практическую работу по анализу входящих данных, рекомендуем предприятиям улучшать учет и мониторинг. Все вышеизложенное ставит цели по недопущению необоснованного роста или снижения цены на квоты. Нам лучше сейчас в пилотной фазе принять все необходимые меры по обеспечению эффективного ценообразования. Если цена будет завышена, то мы будем всегда иметь возможность добавить квоты на рынок. Но если цена будет инфляционно низкая, то изъять квоты с рынка будет невозможно, о чем свидетельствует негативный опыт Европейского Союза, где цена обвалилась в 5 с лишним раз. Основным вопросом, который стоит перед компаниями, это высокие риски, связанные со штрафными санкциями за превышенный лимит выбросов. По представленным оперативным данным от участников рынка, по итогам деятельности в 2013 году у многих компаний ожидается рост производства, что неизбежно отразится на уровне их выбросов. Если сравнивать с 2010 годом, по которому были выданы квоты, то в 2013 году многие испытают дефицит и недостаток квот, что повлечет за собой наложение штрафов за превышение. В этой связи компании, ассоциации природопользователей, учитывая пилотный период работы системы
неоднократно обращались в министерство с вопросом о рассмотрении возможности переноса срока ввода штрафов с 2013 на 2014 год. Данный вопрос поднимался природопользователями в Мажилисе парламента на конференции, состоявшейся 2 ноября 2012 года, по результатам которой была принята резолюция конференции о реализации механизмов киотского протокола в Казахстане. В реализацию резолюции дано соответствующее поручение премьер-министра Республики Казахстан 16 ноября 2012 года. Министерством охраны окружающей среды разработана концепция законопроекта о внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в части ответственности по вопросам выбросов парниковых газов. Концепция предусматривается перенос срока ввода штрафных санкций 2013 на 2014 год, а также снижение ставки штрафа с 10 до 5 МРП за тонну сверхвыбросов. Я приведу базовые доводы. Система Cap and Trade в Казахстане строится на опыте Европейского Союза. Изначально ЕС на первой фазе работы 2005 по 2007 год установил штрафы на сверхвыбросы на уровне 40 евро. И постепенно ко второму этапу, это 2008-2012 год, уровень штрафа вырос до 100 евро за тонну. Первые три года считались в Евросоюзе пилотными. За этот период Евросоюз разработал необходимую нормативную базу, а также обеспечилось качество и точность расчетов и мониторинга. Это евродирективы 600 и 601, регламентирующие работу системы, как итоговые документы, были приняты в 2012 году. Кроме того, в настоящее время на международных торговых площадках наблюдается спад углеродного рынка, как на единице европейской торговой системы. Стоимость на рынке упала до 3 евро 90 центов за единицу, так и на единицу от проекта в рамках Киотского протокола. Это проекты механизмов чистого развития, цена составляет 0,41 евро за единицу. Поэтому мы считаем, что ставки штрафных санкций в размере 5 МРП – достаточный стимул. Нужно учитывать наши страновые особенности. Казахстан развивает экономику и промышленность, реализуется госпрограмма форсированного индустриально-инновационного развития. В то же время мы пока не ограничены международными обязательствами, так как нет решения по посткиотскому периоду. Учитывая эти обстоятельства, мы находимся в уникальной ситуации. С одной стороны, идет бурное развитие экономики, соответственно, должны увеличиться выбросы, с другой стороны. Глава государства принял все необходимые решения по переходу на зеленую экономику, и основные элементы перехода мы закладываем уже сейчас. Все это позволит нам гармонизировать экономический рост и стремление снизить нагрузку на экологию. Что касается в целом ответственности предприятий, то важно установить ответственность за эксплуатацию установок без сертификата на выбросы, невыполнение утвержденных планов мониторинга, несвоевременное предоставление отчетности, введение в заблуждение верификатора и регулятора, несвоевременное списание квот и, что очень важно, за необоснованное получение квот. Здесь нам необходима помощь Министерства юстиции и Института законодательства. Если не будет ответственности за указанные нарушения, то у оператора возникает соблазн де-факто получить неоправданное преимущество на углеродном рынке. Это поможет привести к падению цены на углеродную единицу. В результате пострадают добросовестные предприятия, система как таковая будет дискредитирована. По вопросам инфраструктуры. Правительством создано АО «Жасылдаму». Это ключевое предприятие, администратор системы торговли квотами. Кроме того, АО «Жасылдаму» определено базовым по управлению отходами. Эти две функции важнейшие в деятельности как министерства, так и в целом по переходу к зеленой экономике. Мы позиционируем это предприятие основным производственно-консультационным центром в сфере экологии и применения тиражирования зеленых технологий. Уважаемые коллеги, на данном заседании я хотел бы заручиться вашей поддержкой в дальнейшей работе по становлению внутренней системы ограничений торговли квотами на выбросы парниковых газов. Министерству необходимо продолжить работу над совершенствованием внутреннего законодательства, определить четкие правила дальнейшего развития. Предлагаю совместно рассмотреть возможность переноса штрафов с текущего года на следующий и уменьшение размера штрафов за превышение квоты на выбросы парниковых газов с 10 до 5 МРП, о чем более подробно доложит Асет Магауов. Далее кратко хотел бы добавить по международным обязательствам Казахстана. В настоящее время принято решение о втором периоде действия Киотского протокола, это 2013-2020 годы. На второй зачетный период Казахстану зафиксированы количественные обязательства по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов на уровне 95% к уровню 90-го года. Эти обязательства не вступили в силу, так как требуется ратификация. Решение по ратификации данной поправки предлагаю принимать
только после конференции сторон в Варшаве в конце текущего года, так как имеется ряд моментов, требующих рассмотрения на данной конференции. Спасибо за внимание.